Крытый ледовый корт открылся в селе Орловка Павлодарской области. Современное здание построили за счет спонсоров. Это подарок детям от местного хозяйства «Победа». Это не первый пример государственно-частного партнерства, которое на протяжении многих лет помогает селу развиваться. К примеру, в селе действует шестисторонний меморандум о взаимном сотрудничестве. Местное хозяйство обеспечивает горячим питанием школьников и воспитанников детского сада. Ежегодно проводит ремонт зданий, а сельчане, в свою очередь, помогают хозяйству во время посевной и уборочной кампании. В состав шести сторон входит ТО «Победа», сельский акимат нашего села, школа, администрация школы, профсоюзная организация, родительская общественность и коллектив учащихся. Шесть сторон подписали шестисторонний договор, согласно которому мы работаем на взаимном сотрудничестве.